Агнес, Эйлюль, я здесь. Хорошо? Ты не волнуйся, Эйлюль, я здесь. Как я смогу забыть тебя, Эйлюль? Я все еще так сильно люблю тебя. Как я смогу жить без тебя? Господин доктор, мой ребенок. Не волнуйся, мы все просмотрели. С ребенком все нормально. Поздравление. Мой ангел. Твой отец спас нас. Он услышал наш голос и спас нас. Доченька, мой дорогой ребенок, знаешь, как сильно я боялась, что с тобой что-то случится. До того, как прийти в больницу, я чуть ли не умерла. Надеюсь, больше такое с нами не случится. Доченька, матушка, как же это прекрасно находиться с тобой. Интересно, в каком состоянии дом? Кура и господин Яшар отправились смотреть дом, но они все еще не позвонили. Ой, ну ранушка. Видимо, сегодня ночью мы станем грузом для тебя. Что это за выражение, Розия? Что это за слова такие? Когда захотите, оставайтесь здесь, потому что это ваш дом тоже. Спасибо. Кажется, они пришли. Ты подожди, я посмотрю. В то время как есть особняк одна на ноги, я что, буду в твоем старом доме оставаться? Я что, зря подожгла свой дом? А, господин Яшар, Курай, в каком состоянии дом, сынок? Наверняка все плохо, да? Там уже невозможно жить. Возможно, возможно, особых проблем нет. Мы открыли окна, проветрили все. Покрасить надо, ну и шкафы на кухне сгорели. Ну ладно, как-нибудь решим это. Но с домом все нормально, ну все хорошо, то есть. Главное, что все были живы, все остальное решится, госпожа Розия. Рад, что все обошлось. И что это было? Я что, зря старалась, а? Возьми, Ага, выпей это. Я подогрел молоко. Как твое состояние? Что-нибудь болит? Нет, брат. Со мной все нормально, спасибо. Ну а как твое сердце? Что там с твоей болью, а? Слушай, Ага, проще не говорить мне об этом. Говоришь, что она замужняя. Хорошо, но... Слушай, ты любишь ее и... Признай. И не говори, что забыл ее, больше не думаешь о ней. При каждом вздохе ты думаешь о ней. Ну ладно, брат, давай не будем сейчас на эту тему говорить. Они в разных местах спят. Я это видел сегодня, когда искал ее. Опять в голове все перевернулось вверх дном. Никак не могу сообразить. Если она любит меня, почему она вышла замуж за него? Смотрела мне прямо в глаза, но сказала ему да. Почему она ходит с ним держась за руки? Вот видишь? Не могу ее забыть. Не могу душу отформатировать, брат. Не получается. Не могу ни разу вздохнуть, не думая о ней.
Вот, возьми, пей, пока горячо. Спасибо, матушка. Надеюсь, Аллах будет доволен Ягызом. Если бы он не подоспел, все могло быть ужасно, так сказал доктор. Спасибо ему, но я не могу понять, почему он пришел туда. Видимо, он пришел, чтобы обсудить что-то по поводу работы. Рядом с ним был толстый паренек, он так сказал Розие. Боже мой. Но что он хотел обсудить со мной по поводу работы? Быть может, меня защитила твоя английская коле? Если это так, то надеюсь, твой ангел всегда будет рядом с тобой. Надеюсь, он будет оберегать и тебя, и твоего ребенка. Боже, прошу, защити моих детей и внуков. Хоть бы в жизни моего Ягуза появлялись только хорошие люди. Прошу, не заставляй меня мучиться из-за детей. А также защити мою дочь, которую я ни разу не увидела и рассталась сразу. Даже если я не видела ее, даже если я не знаю, где она сейчас, я все равно не могу стерпеть эту невыносимую боль. Боже, да береги ее от всяких проблем. Слушай, ага, на голодный желудок не стоило ей пить лекарства. Покушал бы, потом бы выпил. Нет аппетита, брат. Тебе приятного аппетита. Что ты думаешь об Эйлюль? Нормально все. Брат, хватит говорить об Эйлюль. У нее есть муж. Это не культурно. Ладно, ага, не буду говорить. Как тебе будет угодно, не буду говорить. Но ты постоянно думаешь о ней. Что ты будешь с этим делать? Не знаю. Видимо, со временем это пройдет. Порой. Я думаю, что я неправильно сделал, что не сел тогда на корабль и не уплыл отсюда. Не глупь, Яга. Все правильно сделал. Что ты будешь делать на кораблях, в море? Что бы ты там делал? Да к тому же, нет такого большого моря, которое могло бы потушить огонь в твоем сердце. Ты бы потом вновь ее, тетушку Эйлюль. А, прости. Ты бы потом вновь горел от любви к ней. Она приняла решение, брат. Вышла замуж. Неправильно, что мы сейчас обсуждаем это. Ты забудь об этом, ну кушай. Но когда она была без сознания, она твое имя произносила. Они имя муж своего. Сейфа так хватит. Дитя мое, нас спас твой отец. Он вытащил нас из горящей квартиры. Мы сейчас живы только благодаря нему.